Привет, друзья! О, перекрутилось. Сегодня у нас на обзоре будет игра под названием «Папа Санга». Да, вот такое незамысловатое название, но говорю заранее, что я, к сожалению, не смогу передать всю ту прелесть данной игры, как ее задумали разработчики, потому что это как бы звуковая игра, она требует обязательно требует наушники, без этого невозможно играть на самом деле. Объясню почему. Мы играем в роли, ну, будем так, слепого. Вот. И вот нам нужно выполнять там некие задания, обходить какие-то препятствия, идти на разные звуки, которые и ориентироваться вот в пространстве. Ну, давайте я покажу, как это все-таки выглядит. Видите, требуют наушники. Стоп, мы сейчас звук немножко увеличим, потому что у нас... Да. И плюс... Как вы можете слышать, идут объяснения на английском языке. То есть, даже не базовое знание английского, ну, хотя бы какое-то должно быть. Например, у меня в английском это не очень, ну, практически не знаю. И поэтому мне тяжеловато иногда что там сделать. Вот, то есть мы крутим здесь как бы направление, а здесь делаем шаги. Слышите? Этот звук может быть на самом деле слева или справа, в наушниках это все прекрасно слышно. Вы знаете, когда сидишь, допустим, в темноте, вот там у меня было задание, нужно было идти на звон, на раз такой, как перезвончик. Упал. Слышите эти душераздирающие звуки? Это получается, я наткнулся на там, мирно спящего какого-то животного, может, тигра или кого-то еще. Нужно обходить их. А иначе тебя вот ням и все. Можно выбрать уровни. А вот вы выбрать какую-то карту. Да, тут они не по центру немножко разместили. О. Так что наушники обязательно. Игра вообще на самом деле очень интересная. И вообще она жутковата, действительно. Знаете, идешь так тихо, а тут. Да, вот такой рядом тигр спит, это нужно его обойти, иначе он тебя съест. Игра жутковатая и иногда пробивает до дрожи. Да, вот видите, выкинула даже. Ну, в общем, отличная игра. Спасибо, что смотрите. Пока-пока.